Уважаемые дамы и господа, представляю вам соперников. Let me present you fighters. Introduce the first fighter in the blue corner from Karaganda, Kazakhstan. He is 29 years old, 174 centimeters tall and weighing in 72.80 kilograms. His professional record, 10 bouts, 7 wins, 2 defeats and 1 draw, with 2 wins coming by way of knockout. В синем углу боец из города Караганда, Казахстан. Ему 29 лет. Рост 174 сантиметра, вес 72 килограмма, 800 граммов. Профессиональный рекорд 10 боев. 7 побед, 2 из них одержаны нокаутом, 2 поражения, 1 ничья. Берикбай Нуримбетов. His opponent in the red corner from Alabaevsk, Russia. He is 24 years old, 181 centimeters tall and weighing in 72.60 kilograms. His professional record, 4 bouts, 4 wins, with 1 win coming by way of knockout. В красном углу боец из города Алапаевск, Россия. Ему 24 года, рост 181 сантиметр, вес 72 килограмма 600 граммов. Профессиональный рекорд 4 боя. Во всех одержаны победы. Одна из них нокаутом. Иван Никонов. Рефери Семен Стахеев. Господа боксеры, работаем по правилам, не нарушая уже руки. Долго. А возраст, рост, вес бойцов на ваших экранах. Вложился в вес Иван Никонов и на 200 граммов превысил лимит. Готов? Берикбай Нуримбетов, но это, собственно, не критично. Можно? Опять-таки, бой не титульный. Макс. Есть допуск лимита. Начинается поединок. Такая очередная проверка для проспекта Никонова. Ну, очень опытный на самом деле боксер. Казахстанец. Представитель Казахстана, и я вам скажу, достаточно занятой. Он проводит третий поединок в этом году. В декабре 2020 у него была ничья с Адилем Сатибековым как раз-таки. Ну, а в январе этого года он одолел по очкам каната Узбекбаева, чей послужной список был 1-0. И в апреле, вот буквально почти месяц назад, он выиграл нокаутом у Мадияра Турсунали, дебютанта профессионального ринга. Пошел вперед Нуримбетов. Никонов пока спокойно очень работает на контратаках. Берикбай пытается подойти за блоком. Но вот была у него мысль повытягивать, но передумал. Ну и пока сам активных действий особо не предпринимает. Ну вот здесь, да, здесь ребята пока осторожничают. Если брать первый поединок, там сразу полетел Никонов на Лагожу. Игорь Ионов, конечно же. Никонов вот боксирует сейчас. Иван Никонов попадает у него. Неплохая, в принципе, передняя рука. В данном случае левая. Он у нас классический правша. Не очень высокий темп поединки. Вот по корпусу. А вот и апперкотик. Пожалуйста. Никонов апперкоты бить умеет. Здесь немножко не достает. Представитель Казахстана по корпусу справа попадает Иван Никонов. Ну, здесь в блок удар был. Но, в принципе, свою дистанцию, наверное, Иван Никонов практически нашел. Ну и позволяет себе так боксировать с опущенными руками, уверен в своих рефлексах. Иван Никонов хорошо попадает по корпусу снова справа. Иван Никонов тут промахнулся таким боковым на скачке. Берикбай Нуримбетов. Боковые, хорошие боковые сейчас от Никонова. Обстреливает он туда. За блок пытается забросить удары. Ну и есть возможность перейти в контрнаступление у Нуримбетова. Не достает Берикбай. И тут же вот за это наказывает Иван Никонов. Слева он очень как бы часто беспокоит соперника. Вот снова по корпусу. И здесь попытался добавить справа боковым навстречу Никонов. Ну, в общем, у Ивана Никонова мысль-то она прослеживается в этом поединке.
принципе, боксирует достаточно грамотно, боксирует зряче. Никуда не торопится. Начинается второй раунд в перерыве для любителей британского рока. Немножко поиграла группа Led Zeppelin. А у нас на ринге Иван Никонов и Берикбай Нуримбетов. Пошел вперед Берикбай, представитель Казахстана, карагандинец. И его соперник из Алапаевска, представитель России, Иван Никонов. Небитый спортсмен. 4 победы на его счету, 0 поражений, 0 ничьих, 1 победа нокаутом. Продолжает идти вперед. Здесь неплохо перехватил Иван Никонов. Но, в принципе, не очень, так сказать. О, хороший апперкот от Никонова. Есть у Ивана время, чтобы подготовить контратаку. Прицелиться. Хорошо опять попадает апперкотом Никонов. Прицелиться, выбрать. В общем, позволяет ему много чего сделать. Берикбай Нуримбетов. Вот здесь попал представитель Казахстана, но мало одного удара. В принципе, Никонов выбрасывает больше и поточнее. Снова апперкот. Ну вот Колу корпус он начинает уже с первого раунда прикармливать. Я думаю, что продолжит однозначно. Так скажем, Нуримбетов и так не очень быстрый, а после бомбежки по корпусу, я думаю, замедлится еще сильнее. Вот снова попадает хорошо Никонов. Ну вот, кстати, дает Иван поработать и сопернику. Снова хороший апперкот. Здесь ушел. Здесь убрал голову от удара. Опасно головой идет. Берикбай. Вот остается на средней ближней дистанции Никонов. Сейчас разорвал, но там подостался и дал возможность поработать своему сопернику. Ну вот, опять из-за блока подходит Берикбай. Ну, Никонов очень быстро дистанцию разрывает. Вот здесь, смотрите, так, на выбор. Хороший опять всаживает апперкот Иван Никонов. Еще раз, есть у него одна досрочная победа в карьере. Идет вперед представитель Казахстана. Берикбай Нуримбетов. Но, честно говоря, не очень он в этом успешен. Ну и, может быть, так поактивнее работает на ногах Ивану Никонову. Вот, хорошо попадает снова справа Иван Никонов. Ему подсказывают работать по корпусу. И какие апперкоты сейчас кушает Берикбай Нуримбетов. Размашистый удар в воздух от Берикбая. Но вот здесь периодически не успевает уйти на ногах. Остается перед соперником Иван Никонов. И тогда, может быть, появляются шансы у Берикбая. Два раунда позади. Ждем. Начинается у нас третий раунд. Пошел вперед было Берикбай, но тут же его встречает Иван Никонов. В принципе, очень неплохо он провел второй раунд, работая на контратаках. И снова включает он переднюю руку, в данном случае левую. Если кто смотрит бокс первый раз, я вам объясню, что в боксе есть как бы такие понятия, как дальняя рука и передняя рука. Не удивляйтесь. Но без удара за блоком идет Берикбай. Его задача подойти поближе и тогда поработать. Но далеко не всегда такую возможность предоставляет ему Никонов. Опять вспомнил Иван про апперкоты. Ну и будет ли работа по корпусу от Никонова? Вот попадает сейчас дважды, кстати, Берикбай по корпусу слева. Вот, пожалуйста, с правой. Тут же перевод в голову. Неплохо, зряче. Но вот рубиться, наверное, Никонову с Берикбаем не стоит. У него, в принципе, очень на ногах неплохо получалось. Обстрелял и отошел. Когда остается перед соперником, тогда у Берикбая, естественно, появляются шансы. Ну и вот заклинчевал Никонов. Развернул соперника канатом. Жестко слева работает. Боковые доходят до цели в исполнении Никонова. Хороший для него эпизод. Но вот огрызается. Берикбай огрызается одиночными ударами. Здесь попытался так погонять джебом соперника, но все в воздух. Все в воздух. Никонов это все видел. И клинч. Так. Взял паузу Никонов.
попал по корпусу, ну и есть шанс. Есть шанс, и вот начинает Никонов накидывать, видимо, посчитал, что был потрясен. Так, прочувствовал его удары соперник. Просит Никонова работать по корпусу, он пока сосредоточен на голове. Там у него красивая перхота навстречу, не первый раз уже он так бил. Последняя минута третьего раунда, в общем-то, пока все ясно в этом поединке. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Но вот Никонов начал периодически клинчевать. Неужели так экономить силы на всю дистанцию? Посмотрим. Но, тем не менее, бой пока что идет под его диктовку. Но нужно отметить, что Нуримбетов пока все держит. Пока все держит. И, в принципе, его задача достаточно простая. Подойти поближе и врезать. Желательно точно и сильно. Но не всегда получается. Ну и Никонов, в принципе, тоже может брать паузы. Позволяет ему это соперник. Когда Никонов берет паузу, то Бирыкбай не особо их заполняет часто, так скажем. Вот жестко подгон. Попадает справа и слева Иван Никонов. Ждем следующий раунд. Макс. Начинается четвертый раунд, пошел сразу же вперед Бирыкбай Нуримбетов, прекрасно понимает, что поединок не выигрывает, и ему, в первую очередь ему нужна активность, и ему нужно рисковать. Удастся ли Никонову справиться с этим прессингом? Вопрос, но пока вроде бы Иван справляется, но вот попадает хорошо, хорошая серия от Никонова, друзья. Давай, хочу еще, показывает Бирыкбай Нуримбетов, ну, скорее всего, это обозначает то, что удар он прочувствовал. Однозначно. Опять берет паузу Иван Никонов. Готовит контратаку. По корпусу попадает сбоку. Так, там локоть немножко опасно был со стороны казахстанца. Локти в боксе запрещены, друзья. Хорошо. Два боковых от Никонова. Точно, цель. Опять вытягивает на себя, начинает немножко пижонить Иван Никонов. Не рановато. Здесь, в принципе, может за такое пижонство попытаться наказать. Макс. Бирыкбай Нуримбетов. Опять он подходит за блоком. Промазал апперкотом Никонов. Ну и вот нет работы по корпусу, которую так настойчиво от него просили. Боковые есть. Но все, что залетает в голову Бирыкбая Нуримбетова, он мужественно держит, не сдается. Ну и Никонов уже так на выбор действует, постоянно беспокоит он правой рукой соперника. Меняет стойки под удар. Он чувствует себя очень вольготно в ринге. И то есть бой как бы... И если не односторонний, то весьма близкий к этому определению поединка. Пытается вот сейчас так раздергивать в атаке Бирыкбай Нуримбетов. Но Никонов, смотрите, как ударил, убежал, подбежал. По затылку, в общем, неплохо нельзя. Отработал на ногах. Макс. Все пока у Никонова в этом поединке складывается очень даже хорошо. Чего не скажешь о сопернике, потому что Нуримбетову нужна победа и, скорее всего, наверное, досрочная. Но сможет ли он это сделать? Сможет ли он переломить ход поединка, потому что уже четвертый раунд заканчивается, а осталось всего 2-3 минутки. Последние секунды. Здесь успел увернуться от бокового навстречу от Никонова Бирыкбай Нуримбетов. Работа на ближней дистанции. Ждем пятый раунд. Макс. Начинается пятый раунд. У нас в ринге Иван Никонов и Бирыкбай Нуримбетов. Это весовая категория до 72 килограммов. 600 граммов. Средний вес. И второй бой вечера. Иван Никонов представляет Россию. Он в синих перчатках и в красных представитель Казахстана Бирыкбай Нуримбетов. Хороший опять апперкот от Никонова.
Ну вот, может быть, действительно, Никонову стоит, если зацепиться, продолжать работать серийно. Но, возможно, все-таки где-то Иван Никонов экономит силы, не хочет вымахиваться в конце поединка, потому что все равно еще шестой раунд. Представитель Казахстана падать ни в коем случае не собирается. Он на самом деле вышел боксировать. Может быть, не так хорошо это получается, но желание есть. Пытается поймать на удар сейчас Нурымбетов. Так перестал он подходить за блоком. Опять опустил так несколько провокационно руки. Ну и вот опять. Периодически блок он все равно поднимает. Двойка по корпусу и тут же добавляет справа в обод блока в голову. И снова по корпусу попадает Иван Никонов. Иван Никонов в этом поединке позволяет себе менять стойки периодически. Ну, почему бы нет? Опять пауза. Пауза. И попытался ее заполнить Бюрекбай. На встречу попал Никонов. Ну и сам тут прыгнул в клинч Иван, кстати. Благо, что клинч длился недолго. Снова пауза, немножко пантомимы. И начал вытягивать на себя. Так конкретно встал у канатов Нурымбетов. Зачем? Попытается воткнуть удар вот в микропаузах атак Никонова. Но при этом собирает удары. Собирает удары. Никонов, может быть, бьет не как из пушки, как конь копытом, но удары накидывает. Соответственно, производит впечатление на боковых своими активными действиями. Стоп! Низко бьешь. Макс. Опять за блоком пытается подойти Нурымбетов. Но Никонов все видит и так подобраться особо не дает. Не забывает про джеб. Заканчивается пятый раунд. Будет ли рисковать в первую очередь Бюрекбай? Ему надо. Ему надо в первую очередь. Ждем шестую трехминутку. Шестой раунд. Иван Никонов против Бюрекбая Нурымбетова. Начинает с боковых навстречу Иван Никонов. Ну вот сейчас я думаю, что уже силы можно не экономить. Уже можно работать на полную катушку Никонову. Опять жестко попадает, попытался добавить, но там успел убрать голову. Бюрекбай. Первым номером Никонов по корпусу. Апперкот и снова вдогонку двоечка. Но позволяет. Еще раз. Представитель Казахстана Никонову позволяет пока что хозяйничать на ринге. Снова жестко отрабатывает Никонов по корпусу. В этом раунде много работы по корпусу. В принципе, это хорошо для Никонова. Жестко опять навстречу, еще раз туда же. Бюрекбай пока все держит, но выбрасывает в ответ поменьше. Вот сейчас на скачке попал слева, но такой нечастый эпизод в поединке. Успешный для Бюрекбая. Опять взял паузу Бюрекбай. Пропускает справа сбоку. Снова по корпусу попадает Никонов. Переводит на голову. Ну, в принципе, хозяйничает полностью под контролем Никонова поединок. Ну и, соответственно, вопрос опять. Как и в первом бою. Досрочно или все-таки по очкам победит Иван Никонов? Да, может быть, так я преждевременно забегаю вперед и что-то такое сможет сделать, поменять ход боя. Бюрекбай Нурымбетов, ну для победы нужен, наверное, нокаут уже. Других вариантов я, честно говоря, не вижу. Но сможет ли? Да пропускал уже изрядно. Последняя минута раунда, Никонов работает. В этом раунде Никонов не так часто берет паузы. Постоянно работает. И вдогонку справа, по корпусу перевод на голову. Так, ну здесь такая защита а-ля американские профи. Не очень получилось у Бюрекбая. Успел он все равно пропустить пару ударов.
Ну и Никонов уже сам берет паузу, прекрасно понимая, что в принципе победа в кармане, наверное. И ну здесь лишний раз рисковать, может быть, и не стоит, потому что будет, наверное, очень огорчительно, когда ты выигрываешь поединок практически все раунды, пропускаешь нежданчик и привет, победа от тебя уплывает. Но я так думаю, что здесь этого не случится. О, навстречу снова попадает Никонов, пошел вперед Дурыкбай. Не познавато ли? Ждем решения судей, друзья. Уважаемые дамы и господа, итак, в этом бою победу единогласным решением судей одержал. In the winner of this fight by unanimous decision, Иван Никонов!